Перед началом видеоролика хотелось бы выразить отдельную благодарность всем спонсорам моего канала. Амайма Ари Нельсон родилась в 1968 году в Египте. Ее детство тяжело назвать благополучным, она росла в бедной семье, и они еле сводили концы с концами. Амайма, как ее братья и сестры, часто подвергалась сексуальному насилию со стороны отца, а в возрасте 7 лет по инициативе родителей девочки провели ужасную калечащую операцию. В ряде стран девушке нереально выйти замуж, если ей не сделали обрезание. Данная операция становится своеобразным обрядом инициации, вступлением во взрослую жизнь. Хотя никакого положительного влияния на здоровье и гигиену такая операция не оказывает, даже наоборот, негативно сказывается на психике. В регионах, где практикуется женское обрезание, девушка, не подвергшаяся операции, считается нездоровой, нечистой и неподходящей для брака. Эта практика особенно болезненна и опасна в связи с высоким риском возникновения инфекционного заражения. Зачастую операция проводится в антисанитарийных условиях. Самое ужасное, что во время процедуры не используются обезболивающие, кроме народных средств, таких как ментол. Детей связывают или держат за руки и ноги, пока они кричат в агонии. Женское обрезание становится причиной серьезных проблем со здоровьем, в том числе и психических. Часто девочки, подвергшиеся этой процедуре, в будущем сталкиваются с тяжелыми негативными последствиями калечащей операции на протяжении почти всей жизни, что и произошло с Амаймой. Когда Амайма была подростком, ее мать все же решилась уйти от мужа-тирана, и они переехали в каирские трущобы или город мертвых. В городе мертвых бурлит своеобразная жизнь. Часто мавзолеи и склепы используются как временные или постоянные жилища. В них селятся преимущественно маргинальные элементы общества, переехавшие когда-то в Каир в поисках лучшей доли и городская беднота. Примерно 18 лет она познакомилась с американцем, который был старше ее на 30 лет. Он работал инженером-нефтяником, дарил ей дорогие подарки и обещал увезти в Америку, дать новую жизнь. Они провстречались всего несколько недель, прежде чем он предложил ей руку и сердце. Амайма спала с американским туристом ради денег. Операция, которой она подверглась в детстве, вызвала огромное количество осложнений, из-за чего она испытывала ужасную боль и дискомфорт во время полового акта. Но приходилось терпеть, так как на полученные деньги она могла покупать еду и кормить свою семью. Амайма не испытывала никаких чувств к этому мужчине. Плюс ко всему бабушки и дедушки были против, чтобы Амайма выходила замуж не за мусульманина, но мать уговорила дочь принять предложение выйти замуж. Для нее это была возможность выбраться из этого нищенского ада, забыть, что такое голод, и начать новую, нормальную жизнь. Молодожены жили в Техасе. Для Амаймы открылся совершенно новый мир с новыми возможностями. Никаких запретов и никакой травли. Но тем не менее, все оказалось не так радужно. Некогда благоразумный, милый, добрый и щедрый мужчина оказался тираном. Для него Амайма была игрушкой, которую он привез из отпуска. Он не стеснялся поднимать на нее руку, кричать и наказывать за провинности. Девушка превратилась в узницу в золотой клетке. Это была вовсе не та жизнь, о которой она мечтала. Все детство Амайма терпела побои и оскорбления от отца. У нее не было желания повторять этот цикл вновь. Мужчина также был не в восторге от своей супруги. Он мечтал о покорной и послушной жене, которая будет выполнять все его прихоти, но она оказалась не из робкого десятка. В ответ на рукоприкладство могла дать отпор. Вскоре они подали на развод.
а Майма оказалась в чужой стране, одна без гроша в кармане. Девушка не могла вернуться обратно в Египет, там у нее не было будущего, ее ждала лишь нищета и голод. К тому же Амайма не была девственницей, и ни один уважаемый мужчина не взял бы ее в жены. Перед ней открылся совершенно новый мир, и она не хотела упускать его. Амайма с самого детства присматривала за младшими братьями и сестрами, хорошо ладила с детьми, поэтому устроилась на работу няней. Она плохо владела английским языком, но благодаря работе быстро подтянула свои навыки. Для нее это был идеальный вариант. Ей предоставили крышу над головой, от нее лишь требовалось готовить и следить за детьми. Благодаря семье, в которой она жила, у нее появилось много хороших знакомств, и вскоре юная стройная красотка также стала подрабатывать фотомоделью. Чем дольше она жила в Америке, тем больше замечала, что огромное количество мужчин готовы ради интимных утех идти на многое. После перенесенной в детстве операции она не испытывала сексуального влечения в принципе. Но она прекрасно понимала, что благодаря своей красоте и обаянию способна получить все, о чем только можно мечтать. При знакомстве она всегда была милой, ласковой, сексуальной. От нее исходила невероятная энергия и харизма. Она начала серию отношений с мужчинами, у которых выманивала деньги. По выходным она выходила на охоту, знакомилась в барах со взрослыми, состоятельными мужчинами. Чтобы добиться расположения красавицы, они дарили ей подарки, украшения, цветы и просто отдавали деньги. Зачастую отношения длились недолго, пару дней, максимум неделю. Она получала все, что хотела, а затем искала новую жертву. Она считала, что в данной ситуации они все были в выигрыше. Взрослые мужчины получали внимание молодой красотки, а она вознаграждение за потраченное время. Иногда попадались не особо щедрые персонажи. Так однажды она пригрозила одному из своих любовников дробовиком, а затем ограбила и бросила. Амайма любила связывать мужчин во время секса. Они расценивали это как постельные игры, а для нее это был самый простой способ забрать деньги с кошелька, чтобы они не сопротивлялись. Поднакопив деньги, Амайма в 1991 году приехала в Калифорнию, округ Ориндж, и поселилась в городке Коста-Меса. Как и многие девушки, она мечтала вытащить золотой билет, стать знаменитой моделью или актрисой. Но в первую очередь ей нужно было твердо встать на ноги, найти нового спонсора. Вскоре удача повернулась к ней лицом. Выискивая новую жертву в баре, ее взгляд упал на Билла Нельсона, 56 лет. Он играл в бильярд и время от времени доставал огромную пачку денег и расплачивался с барменом. Билл Нельсон работал пилотом и приторговывал запрещенными веществами. Он не стеснялся выставлять свое богатство на показ или рассказывать шутки про нищих. Когда Амайма увидела этого человека с пачкой денег, то сразу поняла, что он станет отличной мишенью. Она великолепно играла в бильярд и предложила сыграть партию. Во время игры она узнала все, что было нужно. Билл якобы был в разводе, у него было 5 детей и 17 внуков. У него было огромное ранчо и квартира в Коста-Месе, а также шикарный красный корвет. Амайма не могла упустить такой лакомый кусочек. В подобных заведениях редко появлялись молодые красотки, такие как Амайма. Поэтому 23-летняя красавица с легкостью привлекла к себе внимание богатенького мужчины. И всего несколько дней после знакомства, очарованный ее обаянием Билл сделал предложение руки и сердца. Они поженились в октябре 1991 года. Это была спонтанная свадьба. Скорее, даже обычная роспись, без огромного количества гостей и красивого белого платья. На медовый месяц они отправились в Техас и Арканзас. Билл был в восторге от молодой супруги, и ему не терпелось познакомить ее со своей семьей. Дети Билла рассказывали, что отец сдувал пылинки со своей новой пассии, собственноручно готовил ей ужин, покупал все, что она хочет, а по вечерам делал массаж ног.
Дети были не в восторге от его выбора, но уважали его решение. А Майма годилась ему в дочери, но тем не менее они казались счастливой парой. Девушка смеялась над его несмешными анекдотами, а он носил ее на руках. 1 декабря 1991 года вечером к дому Хосе подъехала Амайма на красном корвете Билла Нельсона. Они были давними знакомыми. Некоторые источники утверждают, что Хосе был ее любовником, но мужчина опровергал эти слухи. Хосе вышел поинтересоваться, что произошло. Амайма сидела в машине и плакала. Она сквозь слезы принялась рассказывать, что Билл держал ее привязанной к кровати несколько дней, постоянно насиловал и избивал. Но она вырвалась и убила его лампой. Амайма умоляла друга помочь избавиться от тела, взамен за услугу обещала заплатить 75 тысяч долларов и отдать 2 мотоцикла. Хосе не мог поверить в слова подруги и, чтобы успокоить, сказал, что поможет, и просил ее отправиться домой, ждать его там. Как только девушка села в машину, Хосе тут же набрал 911 и рассказал об этом ужасном происшествии. Полицейские прибыли буквально в течение 5 минут. Изначально Амайма отнекивалась и говорила, что все это розыгрыш, и Хосе ее неправильно понял. Но когда офицеры обыскали красный корвет, на переднем сидении обнаружили коричневую кожаную сумку, в ней лежал мусорный пакет с кусками мяса. Для опознания на место происшествия тут же вызвали судмедэксперта. Билл Нельсон был заядлым курильщиком, и это упростило опознание останков. Среди кусков мяса лежала легкая, с черными пятнами. Но это были еще цветочки, по сравнению с тем, что они обнаружили в квартире. Их ожидала одна из самых ужасных картин за всю практику. Это было похоже на место обитания Джеффри Дамера или Эда Гейна. На держателе для шторки в ванной, рядом с банным халатом, на плечиках висела человеческая кожа, словно рубашка, а также изуродованный, выпотрошенный человеческий торс. На матрасе и постельном белье была кровь, честно говоря, она была повсюду. Амайма утверждала, что это останки жертвы Билла, якобы он убил своего сообщника, а сам уехал во Флориду. Но когда они открыли морозильную камеру, то обнаружили голову Билла. На ней частично не было кожи, а из глазницы торчал нож для овощей. Она лежала вместе с овощами и говяжьим фаршем. Мало того, что голова Билла была обернута алюминиевой фольгой, на его лице были ожоги, похожие на то, что его бросили в чан с кипящим маслом. Когда офицеры заглянули во фритюрницу, они обнаружили 2 обжаренные человеческие руки, перемешанные с индейкой и овощами. Полицейские нашли лишь отдельные части тела, оставалось выяснить, куда она дела остальное. Соседи рассказали, что весь день после Дня Благодарения слышали, как кто-то в их квартире измельчал мусор. Амайма несколько раз меняла показания. Изначально отказывалась признать, что это тело Билла Нельсона, и продолжала твердить, что он уехал во Флориду. Затем она рассказала другую историю. По словам Амаймы, Билл Нельсон был самым настоящим хищником. Он постоянно ее избивал и принуждал к сексу. На День Благодарения она приготовила грандиозный ужин для своего любимого супруга. Он пришел пьяный, стал бить ее по лицу, душил, привязал к кровати и несколько раз изнасиловал. Якобы в порыве гнева он кричал, что я заплатил за тебя деньги и ты отработаешь каждую копейку. Пытаясь спасти свою жизнь, она дотянулась до лампы, которая стояла на прикроватной тумбочке, и ударила его по голове. Мужчина упал замертво. Казалось маловероятным, что она смогла вырубить такого крупного мужчину, если бы он не был связан. Но женщина говорила, в тот момент был один вариант. Либо он убьет меня, либо я его. Я сделала то, что должна была сделать. На тумбочке возле кровати полицейские обнаружили фотографии Амаймы, которые были сделаны за несколько дней до того, как она убила мужа. Она позировала полностью обнаженной, улыбалась и завлекала фотографа к себе.
Судя по всему, человеком по другую сторону объектива был Билл Нельсон. На фотографиях она не была похожа на жертву. Можно было поверить в историю несчастной Амаймы, но тем не менее оставались вопросы. Полицейским так и не удалось обнаружить почти 30 килограммов тела. Амайма изначально утверждала, что ударила мужа по голове лампой, однако весь матрас был пропитан кровью. Под кроватью детективы обнаружили утюг, на котором были волосы убитого и засохшая кровь. Судя по всему, именно его она использовала, чтобы наносить удары, а не лампу. Медики вновь осмотрели тело Амаймы и не нашли никаких травм, которые указывали бы, что женщину пытали, связали или подвергали сексуальному насилию. Были лишь порезы на руках, но они, скорее всего, появились, когда она избавлялась от тела. Однако на ногах Билла были глубокие синяки от пут. Изголовье кровати было сломано, что говорило о том, что, скорее всего, именно Амайма привязывала супруга и держала его там несколько дней. Когда все эти факты стали всплывать, Амайма рассказала другую историю, что в тот день Билл приготовил грандиозный ужин в честь Дня Благодарения. Они хорошо проводили время, обычное семейное застолье. Затем Амайма предложила супругу попробовать кое-что новое в постели. Она привязала его нейлоновыми чулками к спинке кровати. Они развлекались, веселились, но внезапно, во время любовных игр, на нее нахлынула агрессия. Она стала требовать деньги. Билл в шутливой манере принялся успокаивать любимую. Он обещал ей дать все, что у него есть. Но его смех и глупые шутки невероятно бесили Амайму. Она взяла утюг и несколько раз со всей силы ударила его по голове. Когда мужчина вырубился, взяла ножницы и выпотрошила словно тушу животного. Первым делом она отрезала его гениталии и голову, затем только руки и ноги. Амайма долгое время не отвечала, куда она дела 30 килограмм тела, а затем призналась, что съела некоторое количество мяса. По ее словам, она приготовила ребра Билла прямо как в ресторане и с большим удовольствием съела, макая обжаренные ребра в соус барбекю. Цитата: «Это было очень мило. Нет ничего вкуснее, чем собственный муж. У него было очень сочное и нежное мясо». Остальное она пыталась утилизировать с помощью измельчителя пищевых отходов, а остатки смешала с индейкой и выбросила в мусор. Она обжарила голову в масле, чтобы было легче избавиться от кожи. После обжарки поместила голову в морозилку, чтобы было проще доставать его зубы. Также было не совсем понятно, зачем она жарила во фритюре руки погибшего. Она утверждала, что это было сделано ради того, чтобы избавиться от отпечатков. Но тем не менее, зачем она добавляла в это ужасное блюдо овощи и мясо индейки? Она специально сняла кожу с тела погибшего и планировала избавиться от нее отдельно, чтобы было сложнее опознать останки. Позже Амайма попыталась забрать свои признания в каннибализме и неоднократно выступала с опровержением своих слов. Она говорила: «Клянусь Богом, я не ела ни одной его части, я же не монстр». Но на вопрос, зачем вы его готовили и куда делись недостающие органы, она так и не смогла ответить. В СМИ ее окрестили женской версией Джеффри Дамера. Амайма была арестована по подозрению в убийстве 2 декабря 1991 года, и суд над ней начался ровно год спустя, 1 декабря 1992 года. Во время первого суда женщина несла бессвязную чушь, говорила, что убить супруга ее надоумили египетские демоны. Это было ритуальное жертвоприношение. Согласно египетской мифологии, только таким образом она могла избежать встречи с мужем в загробной жизни. Адвокат всеми силами старался оправдать подсудимую. Винил в поведении Амаймы операцию, которую она перенесла в детстве. А также предоставил документы, согласно которым Билл Нельсон в прошлом привлекался за нападение на человека и торговлю запрещенными веществами. Кроме того, выяснилось, что Билл был двоеженцем и незаконно женился на молодой Амайме, так как у него уже была жена. Маргарет Нельсон, 35-летняя дочь погибшего, должна была присутствовать на том роковом ужине. Билл планировал познакомить старшую дочь со своей новой супругой, но Маргарет не питала восторженных чувств к новой пассии отца. В
тот вечер она предпочла остаться дома со своим 8-месячным ребенком. Через несколько дней у нее планировалась свадьба, на которую был приглашен отец и его новая супруга. Во время суда она пыталась оправдать имя покойного, пока защита то и дело старалась выставить его за домашнего тирана. Как выяснилось, Амайма тоже была далеко не святой. Ранее она была осуждена за несколько преступлений, включая 2 пункта обвинения в угоне автомобиля и краже в магазине, кража и повреждение имущества, кража в магазине и нападение на сотрудника службы безопасности. Она прокусила ему руку в 2 местах. Вождение в нетрезвом виде, вождение без прав и нападение с применением огнестрельного оружия. Во время суда психиатр также заявил, что во время беседы женщина поведала ему ужасные подробности той ночи. Якобы после убийства она надела красные туфли, красную шляпу и накрасила губы красной помадой, прежде чем часами рубить тело своего мужа. Она приготовила его ребра и съела, запивая красным вином. Психиатр заявил, что у Амаймы посттравматический синдром, и именно из-за этого расстройства она совершила столь ужасное преступление. И сейчас ей необходима помощь и поддержка ради реабилитации. Амайма изо всех сил пыталась оправдать себя. Пытаясь выставить Билла монстром, она также заявила, что однажды он выбросил ее котенка из движущейся машины. Тем не менее, Амайма ранее была арестована за нападение на бывшего с оружием, после того, как она его связала и требовала деньги под прицелом. Кому следовало верить? В январе 1993 года Амайма Ари Нельсон была осуждена за убийство 2-й степени и приговорена к пожизненному заключению с правом на УДО через 28 лет. Амайма Нельсон подала апелляцию, но проиграла в 1995 году. В 2006 году она добивалась условно-досрочного освобождения, уверяла комиссию, что нашла спасение в вере и стала послушной христианкой. Но вновь было отказано. Самое удивительное, что даже в тюрьме Амайма умудрилась вновь выйти замуж за 70-летнего мужчину, который вскоре погиб. Комиссия по условно-досрочному освобождению процитировала сообщение о том, что находясь в тюрьме, она постоянно имела привычку иметь отношения, включая супружеские свидания с пожилыми мужчинами, находясь в заключении в целях получения финансовой выгоды. Амайма вряд ли когда-нибудь выйдет из тюрьмы. Во время пребывания за решеткой ей так и не удалось закончить какие-либо курсы. Она не хочет учиться или обучаться какой-либо профессии, вечно попадает в драки и словесные перепалки с охранниками. Тем не менее, она все еще живет более-менее комфортной жизнью. Любовники покупают ей все необходимое, а также иногда она продает свои письма на аукционе. В 2026 году она будет вновь иметь право на УДО. Но если ей что и светит, то это перевод в психиатрическое отделение. Благодарю вас за просмотр.